Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать вам про инфракрасный обогреватель карбоновый турецкого производства Виета 1200 LT. Вот такой вот красивейший прибор, изготовлен из качественного пластика. Вы можете сами посмотреть. Решетка из 302 алюминия сделана. Нагреватель сам карбоновый. Сейчас мы его уже подключили, и он работает. Работает примерно минут 5-10. Скажу вам, здесь помещение примерно 20 квадратных метров. Это моя мастерская. Сейчас уже здесь достаточно, намного теплее возле этого прибора. То есть, понятное дело, что если мы отойдем в дальний угол, там температура абсолютно не изменилась. Но, вот сейчас этот прибор работает, и здесь достаточно комфортно. Обогреватель имеет мощность регулируемую 600 и 1200 Вт. Это самый маленький прибор в линейке Виета. Гарантия на прибор 5 лет. Срок нагревателя практически не ограничен. Обогреватель этот абсолютно безопасен для людей, потому что он длинноволновый. То есть при работе ультрафиолет не излучается, чего не скажешь о кварцевых либо галогеновых приборах. То есть прибор коротковолновый с ультрафиолетом. Это, как помните, раньше были кабины для загара. То же самое, то есть те же самые нагреватели галогеновые, которые работали там, сейчас все понимают, что эта штука достаточно вредная. Здесь же он абсолютно безопасен, греет инфракрасный обогреватель предметы, пол, стены, то есть все, чего касается, как солнце. А после того, как предметы нагреты, они тепло отдают в окружающую среду. То есть прибор... Он достаточно эффективен. Эффективность практически там 98-99%. Тепло в основной части скапливается в первую очередь внизу помещения. То есть потолку оно, конечно же, поднимается, но немного позже, не сразу. Обогреватель имеет сзади удобную ручку для переноски, достаточно легок, весит всего несколько килограммов. Качественно изготовлен корпус, причем вот я сейчас его трогаю рукой, с этой части корпус и вот эта вот крышка, все это холодное, то есть комнатная температура. Сейчас вот он работает на 600 Вт. Давайте попробуем включить на 1200. Вот посмотрите, сразу загорелась спиралька. То есть мгновенный выход на тепловой режим. Не надо ничего ждать. Включили и сразу пользуйтесь. Смотрится он достаточно неплохо. И причем хочу вас обратить внимание, что абсолютно бесшумен. То есть шума нет никакого. Никаких звуков, ни потрескивания, ничего. Абсолютная тишина. В некоторых конвекционных приборах такого нету. То есть у него темп переключается, он постоянно дребезжит или что-то еще. Вот как у потолочных, допустим, инфракрасных обогревателей, во многих моделях при снижении температуры, когда используете с регулятором, темп потрескивает немножко. Здесь же вот абсолютно... Такого нету. Прибор можно использовать с GSM-розеткой, либо с регулятором температуры. В данном случае это механика. Это самый, маленький из обогревателей напольных у бренда Виета. Виета – это мировой очень известный бренд, представлен по всему миру практически. Основные поставки идут в Европу. Вот. Сейчас уже он работает уже минут 15-20. Если смотреть по расстоянию от прибора, приблизительно где-то метр-полтора, от него уже очень даже тепло и комфортно. Но далеко не каждый нагреватель мощностью 1200 Вт может давать такую теплоотдачу. Очень тепло и комфортно. Всем рекомендую. Смотрите нас. Модель Виета.